Привет, меня зовут Игорь Прайм. Многие мои подписчики обращаются ко мне с одним и тем же вопросом. Какой первый велосипед для себя выбрать? Если бы вы выбирали велосипед еще, лет, наверное, 5 назад, то, безусловно, вы бы, и не задумываясь, взяли горный велосипед, обычный MTB. Но сейчас, при таком разнообразии и широком выборе ассортименте велосипедов, вы явно задумываетесь, шоссейник, кроссовый, гибрид, найнер, 26-й, в общем, выбор огромный, выбор велик. Я советую все-таки брать МТБ, потому что он из всех этих вышеперечисленных самый устойчивый. Я знаю, что сейчас очень популярностью пользуются фиксы и шоссе, но фиксом и шоссе нужно овладеть. Хотя бы нужно иметь какие-то начальные навыки, какой-то уровень катания, контраварийного вождения, которое вы можете приобрести на MTB велосипеде. Если вы ростом до 1,75 м, берите 26-й. Если вы уже ростом выше, 26-й велосипед будет смотреться под вами как детский. Поэтому лучше берите уже тогда найнер или 27,5. По поводу разницы между 26-м и 29-м, возможно, я чуть попозже сниму видео, потому что этим вопросом многие люди интересуются, много споров по этому поводу. Я проведу такой достаточно честный и обзор, насколько это возможно. Поэтому, если вы хотите понять, какой велосипед вам нужен в дальнейшем, берите МТБ. Он может быть переделан как под скорость, если вы установите сликовую резину, как под грязь, если вы установите шиповку. Поэтому, не задумываясь, берите MTB велосипед с той рамой, которая вам нравится. Все остальное, я вам гарантирую, вы будете менять под себя. Пока!